За неделю я создал первый комплект услуг, который позволял человеку в другом городе открыть свою дистрибьюцию, помочь настроить количество там, до 5 примерно торговых представителей команды, каким образом за короткий период ставить оборудование в аренду, покупать это оборудование по опять каналам, которые у меня уже были, покупать кофе по цене, который я уже получал объем, то есть дать комплекс услуг, который можно было упаковать в самую первичную франшизу. На самом деле, мне очень понравилось выставление, и там, где было сказано, не будь подделкой, вот это вот, наверное, вот такое, как сегодня будет для меня лозунгом. Просто не будь подделкой, будь собой, и не продавай свою душу. Happy with that performance, I have to say. It was fun. I had a good time. I didn't speak too long. I think it was quite entertaining. And I really enjoyed the fact that everybody was like really, you know, enjoying it, obviously. Lots of laughs, lots of, you know, people looking and smiles and lots of questions afterwards. And so I think this was a good thing to do. Actually, the coffee was one of the reasons why I'm still on my legs and awake. So it was a very, very helpful thing to have good coffee. Very strong, very aromatic.